Всех приветствую, продолжаем играть первый Stronghold, и сегодня у нас будет осада под названием The Sacking of Cordbridge. Это битва, которая произошла 8 сентября 1311 года. Здесь как такового замка нет, но есть определенные защитные строения, с помощью которых мы должны пережить осаду врага. Ну что ж, поехали, так сказать. Так, сразу уменьшаем скорость, имеется в виду. И вот, собственно, наши неприятели. Так, тихо. Такая странная тут у нас фигня получается. Оп. Так, эти сюда. Бонус при сражении 25 есть. Это хорошо. Пока соберем, блин, всех, это капец. Что-то тут куча всего. Так, одного этого с нефтью. О, мечников надо обязательно. Так. Туда. Так. Мечники сюда, арбалетчиков забираем. Почему я всех отвожу? Да потому что тут, как видите, нету прикрытия никакого. Они просто сейчас возьмут и забегут. И все. То есть без вариантов. Так, ну я думаю, всех надо отводить, потому что тем более арбалетчиков, которые нам очень понадобятся. Так, давайте сюда все-таки поджечь нужно будет. Так, сохраняемся. Скорость, конечно же, увеличим потом, но сейчас просто нам очень надо. Очень надо все правильно сделать. Так, чё ты там, блядь, стал? Ё-моё. Так, а где наш царь? Батюшка. Так, ну чё, поехали, блядь. Да ебать вас в рот. Да твою дивизию, блядь. Так, ну там мы, я так понимаю, хер зажжем. Но. Так, хорошо. Да. Тут, конечно, можно было и не поджигать. Так, теперь надо
Вовремя тут все поджать. Так. Ну, давайте. О, хорошо. Хорошо. Так. Там еще вижу. Опа. Срочно наших... как они? Рыцари. Рыцари. Срочно сюда. Опа, надо было, конечно, пораньше вывести. Так. Сохранимся под двоечкой. Что-то я чуть-чуть, конечно, пропустил. Так, а ну-ка, они явно догонят, поэтому одним лучником пожертвуем. А, сука, херня, блядь. О, ну поджог. Это уже хорошо. Булавоносцы, сука, сильно жесткие. Чуть-чуть ускорим это все дело. Бля. Головоносы уже подбежали, ё-моё, лучники. Так, отступаем. Капец. Чувствую, бляха-муха, всех не доведем. О, сейчас начнут стрелять. Но уже хорошо. Так, а что у нас тут? О, отлично. Так, да куда, блядь? Ё-моё!
Ё-моё, блядь, сколько вас тут понабежало-то. Пиздец, блядь, вот это я затупил, что не нажал стоять на месте. Нихера себе, блядь, было выносов. Не дохера ли у вас тут? Будем редить, бля, что делать. Так, ну чё, сохраняемся. Так, ну теперь сносим, блядь, всех, кто идёт. Давайте, мои рыцари. Как кол осиновый. Врывайтесь во вражеские ряды. Так, отходим. Что-то до хера вас. А теперь херачим вас по чуть-чуть. Так, надо сохраниться, а то здесь мечники идут. Так. Че, вылить что ли вам? Блин, маслица. Ой, хорош. Да хорош, блин, капец. О, ребятки, вы попали. Я вам сразу говорю, вы попали. Ну все, ребятки, наша тактика оказалась намного эффективнее. Ну вот и все, как говорится. О, так это еще с маслом сколько было. Та, блин, капец. Я бы вообще без проблем прошел. Я совсем забыл, что маслица набрал. Еще копейщики. Та тут
Еще войск осталось сколько. Да ну-ка, разобрались. Все. О, люди начали появляться из домика выходить. Ну, конечно, победили, а как же еще? Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и встретимся в следующих видео.